Anna Shcherbakova, the new world champion. Absolutely fascinating. Ну, ужасный, да, момент. Я понимаю, что это тоже для меня какой-то опыт. Но тогда было очень тяжело, потому что как раз, да, вот тоже начало сезона, готовимся к выходу на международные соревнования. Так долго этого ждали. И вот перед этим четверной я запрыгала, тоже хотелось показать. First, 205.61, and she barely, but she gets the title. Junior Grand Prix champion. Well, folks, welcome to a remarkable debut here in the Junior Grand Prix by 13 years old, just barely qualified to get in the Junior Grand Prix this year. Ну вот, поэтому как-то где-то понимаешь, что вот одно неловкое какое-то движение, раз, и все. Тяжело было и в момент, когда это произошло, кажется, ну вот, пошла бы и сделала, почему так? Seven for Anna, and she's currently in second place in the free program. And there's a look at the final results. Wow. And the first moments are too different. And winner of the silver medal from Russia, Anna Shcherbakova. So Anna Shcherbakova wins the silver medal. Начинается задолго до важных соревнований. Также я катаюсь не ради какой-то конкретной там медали или соревнования. Мне все, весь этот процесс очень нравится, и особенно вот это ощущение соревнований, когда все получается, такое удовольствие от проделанной работы, наверное, ни с чем не сравнить, когда ты чувствуешь сам за себя гордость своих возможностей на данный момент. Да, это, наверное, самая главная вера в себя. Здесь ответ простой, мне никогда не было цели обыграть кого-то конкретного, поэтому когда я выходила во взрослые, я просто катала на свой максимум тогда. Сейчас я просто каждый старт тоже стараюсь подготовиться и показать свой максимум. Это никак вообще не зависит от моих конкурентов. Чемпиона России завоевала Анна Щербакова. Time Russian national champion, the world champion from last season.